Hürmetli dostlar, hamınızı salamlayıram. Bizim yine bugün güzel bir görüşümüz var. Çok güzel bir mütexessislə ameloterapi hakkında bugün size demeli bir mühazirə təqdim edəcəyik. Anonsdan bilirsiniz, artık bu nə sahəsindədir. Mən sadəcə olaraq Olga Alekseyevna Fisher hakkında size biraz məlumat vermək istəyirəm. Deməli, bu xanım Rusiyada, deməli, paytaxtda olan Moskvada onkoklinika, Edismetko, deməli, o klinikasında işləyir. Bu klinika elə bir ki, ən məşhur onkoloji xəstəliklərin müalicəsi üzrə klinikadır və burada ameloterapiyanın Rusiya, belə deyək, Federasiyasının Rusya ölkəsinin ən böyük mütəxəssisi profesor, akademik Fisher İvan Stanislavovich da burada çalışır və yəni bu klinikada ən deməli inteqrativ təbabətin, bioloji təbabətlə, yəni bu onkoloji xəstəliklərin yanaşmasına yanaşması olan mütəxəssislər, yəni Rusiya ölkəsi üzrə çalışırlar və onlardan biri mamologiya üzrə yəni çox təcrübəli olan, yəni eyni zamanda süd vəzinin bütün patologiyalarını həm diagnostika edə bilən, yəni praktik olaraq onun uzisini də edir, mamografiyasını da edir və onun histoloji analizlərini də oxuya bilir və eyni zamanda da ameloterapiyanı tətbiq edir və onun çox böyük təcrübəsi vardır və biz ondan xahiş etmişik ki, bugün o bizim Azərbaycan həkimlərinə öz təcrübəsi ilə bölüşsün. Onu da söyləyim ki, növbəti bizim həftələrimizdə də həmin klinikada çalışan ameloterapiya üzrə olan, deməli, bu ölkənin, Rusiya ölkəsinin ən görkəmli mütəxəssisləri, deməli, sizin üçün mühazirələr oxuyacaq, öz təcrübələrlə bölüşəcək və düşünürəm ki, bu bizim üçün çox faydalı olacaqdır. Və vaxtımızı itirməmək üçün mən sözü Olga Alekseyevnaya verirəm ki, o öz mövzusunu başlasın. Уважаемая Ольга Алексеевна, я представила вас нашим слушателям. Они все вас очень приветствуют, благодарят вас за то, что вы нашли время, чтобы прочитать лекцию о лечении предрака молочных желез, поделиться благодарны за то, что вы согласны поделиться вашим опытом. Значит, я сейчас, после того, как я закончу говорить, все голоса будут закрыты. Чтобы вы начали говорить, вы, пожалуйста, нажмете, когда я закончу говорить, закроются все микрофоны, но вы нажмете свой микрофон, он откроется, и вы будете говорить. Пожалуйста, слово вам, уважаемая Ольга Алексеевна. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я хотела бы вам представить доклад по амилотерапии предраковых заболеваний молочных желез. Важнейшей проблемой современной медицины является рак молочной железы. В структуре заболеваемости и смертности от всех злокачественных новообразований женского населения рак молочной железы занимает первое место. В этой связи особую значимость приобретает лечение предраковых заболеваний молочных желез. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году число больных с диагностированными первичными случаями злокачественных опухолей составило 15 миллионов человек и может привести к смерти у 10 миллионов человек. Поэтому очень важно выявление ранних форм рака молочной железы. Ну и важнейшим является лечение предраковых заболеваний, потому что среди такого понятия, как фиброзно-кистозная мастопатия, существуют облигатные формы и факультативные. Облигатные формы – это с повышенной пролиферацией, которые в 90% случаев могут переходить в рак молочной железы. А остальные факультативные, там около 10%, они наблюдаются и могут не привести к онкологическому заболеванию. Предраковые заболевания молочных желез подразделяются на процессы с преобладанием фиброзного компонента, с преобладанием кистозного и железистого компонента.
При наличии кистозного компонента имеет значение возможность развития внутрикистозных раков. При исследовании развития кистозного процесса в ткани молочной железы отмечено наличие большого количества цитомегаловирусов и вирусов простого герпеса в крови пациента фракции иммуноглобулина G, то есть хроническая форма, что дало возможность сделать заключение о влиянии данных вирусов на патогенез кистозного процесса в ткани молочной железы. Какие же факторы приводят к развитию рака молочной железы? Прежде всего, это стрессовые факторы. Мы живем действительно в стрессовом мире, где происходят и политические изменения, и экологические изменения, плюс хроническая вирусемия. Нарушение гормональных взаимоотношений на уровне гипофиз, эпифиз, гипоталамус, гипофиз и повреждения, которые приводят к повреждениям ДНК. Далее, нарушение гормональных взаимоотношений в ткани молочных желез на фоне дисгормональных изменений в гинекологии, это также, так сказать, на фоне миоматоза, на фоне эндометриоза, кист яичников. Также молочная железа поражается на фоне этих гинекологических заболеваний, как дисгормональные изменения в ткани молочной железы. Далее, нарушение процессов клеточного и гуморального иммунитета в ткани молочной железы. Это приводит к стимуляции роста фиброзной ткани, уменьшение диаметра сосудов и снижение кровоснабжения ткани молочной железы. Приводит к уменьшению содержания кислорода в ткани молочной железы, стимуляции образования неполноценности железистой ткани и микро- и макрокист. Это приводит к нарушению регенераторного процесса, процессом срыва саморегуляции, также приводит к дегенерации тканей, преобладание пролиферативных процессов. И вот как раз, когда преобладание пролиферативных процессов, здесь, как, конечно, снижается апоптотическая активность клетки. Идет появление злокачественных клеток, да, с атипией, с повышенными митозами. Значит, принята во Всемирной организации здравоохранения такая система, как BI-RADS. То есть это скрининг маммологический по плотности выставляется, значит, вот, это самое, по плотности ткани молочной железы мы можем судить, насколько повышены риски, то есть менее риски или повышенные риски. Breast density, так называемая, да, когда ткань очень плотная, как мы видим вот в этом случае, вот этот и этот случай, то есть здесь уже на 50 до 70, от 50 до 75% возможность возникновения рака молочной железы, а в этом случае уже свыше 75% возникновения, когда вся ткань молочной железы вот представлена очень плотными тяжами, плотной фиброзной и железистой тканью. Далее, вот эта интересная таблица, значит, тем, что мы здесь видим предклиническую фазу роста, когда мы говорим о... Когда мы говорим о мастопатии, когда по УЗИ... диагностики, ну, врач УЗД-диагностики пишет, так сказать, заключение мастопатии, но здесь мы должны понимать предклиническая фаза, когда, например, протоки, да, там слегка расширенные, не расширенные, то не исключен тот факт, что внутри протока может появляться уже гиперплазия. И очень интересный факт, что, представляете, в одном миллиметре очага, это всего лишь 1 миллиметр, да, его могут просто не заметить, могут уже быть 10/6 степени раковых клеток. То есть это, когда высокая маммографическая плотность, то мы можем просто под этой, так сказать, картиной высокой маммографической плотности просто не увидеть там расширенные протоки с гиперплазией. И именно так бывает происходит, что не увидели процесс, да, очаги там до миллиметра, там до двух миллиметров. И пациент отпускается
ему, так сказать, рекомендовано появиться только через год. И за год вот так они и появляются, интервальные раки. Когда уже мы видим 1 сантиметр раковой опухоли, то это уже 10 в 9 степени, то есть это миллиард лет раковый. То есть здесь уже все понятно, когда мы видим на маммографии, на УЗИ, да, когда 1 сантиметр образования. Так вот, наша задача как можно раньше определять вот эти опасные очаги. Для этого существуют методики, нами разработанные, да, у нас патент Российской Федерации по помощи скринингу по раку молочной железы. Когда, значит, мы проводим РТМ-диагностику, я чуть позже о ней расскажу, и онкопанель мы разработали микро-РНК. Сейчас я немного хочу рассказать все-таки о процессе, то, что происходит вот в пролиферативных, да, очагах мастопатии. То есть когда происходит подавление апоптоза и происходит вот разрастание, да, гиперплазия, например, эпителия, либо внутри кисты, либо внутри протока, да, то вот мы видим, как, так сказать, количество клеток увеличивается, и при этом уменьшается, подавляется апоптоз. То есть это, так сказать, влияет на клеточное деление. И далее происходит, значит, неоангиогенез с прорастанием, когда это уже вот определенный пул клеток, происходит прорастание новообразованных сосудов. И здесь, если это уже переход, да, злокачественный, это опухоль, то, конечно, здесь уже могут что отпочковывать раковые клетки, да, и идти метастатический процесс, потому что уже готовы, да, своя собственная автономная сеть кровоснабжения этой раковой опухоли. Вот так они выглядят, да, со спикулами, с отростками, они передвигаются и способны к передвижению по кровотоку. И всегда вот эти и раковые очаги, да, они окружены вот таким воспалением, да. И когда мы видим воспалительные очаги, мы всегда напрягаемся в плане, а не раковый ли это узел. Мы проводим дифференцированный анализ. Да. Значит, вот мы смотрим, обязательно обращаем внимание и отправляем данные пациентки, например, слюны, на, значит, исследование микро-РНК, для того, чтобы определить, какие же мутации, так сказать, в геноме этой пациентки, чтобы определить на самом-самом раннем, так сказать, проявлении, да, мутации, то есть так называемые предикторные, то есть предшественники, да, либо уже накапливаются мутации, либо это еще только на уровне, ну, какого-то небольшого воспаления. Значит, экзосомы – это ключевой фактор в оценке онкопотенциала ткани. Молекулярная структура экзосом. То есть, когда мы берем анализ у пациентки, ну, например, слюны, то, значит, во всех средах и жидкостях организма, да, накапливаются вот именно эти экзосомы, в структуре которых, да, есть вот эти микро-РНК. Это сигнальные молекулы, которые окружают ДНК, которые, так сказать, геном окружают, и они передают информацию. И именно их мы выделяем при секвенировании, так сказать, какие там мутации, они связаны с генами, и насколько вот эти сигнальные молекулы накапливаются и передают патологический сигнал. Вот так происходит обмен информацией между клетками. Вот они, эти экзосомы. Вот они, экзосомы. Вот они, так сказать, из микровезикул передают, так сказать, выходят из клетки и, так сказать, могут поступать в другую клетку, передавать эту информацию, да? И вот таким образом происходит передача информации, очень важной, да, генетической информации. И наступает, значит, так сказать, возбуждение и рост, если это накопление мутаций, происходит срыв апоптоза и идет, так сказать, переход в раковую трансформацию. Вот так выглядит анализ. Лаборатория Сколковская OncoUnite. Значит, вот нами разработана вместе с сотрудниками лаборатории онкопанель, состоящая из 8 точек,
Да, здесь перечислены микроРНК, которые, значит, ну вот указана здесь мишень, механизм воздействия, и вот какие мутации и заключения. Да? Если мы здесь видим, что 222-я микроРНК, которая, значит, участвует, значит, в киназном пути, да, и ее вот здесь незначительное повышение. Так, вот мы видим далее. Здесь все, что зеленое поле, это норма, то есть это нет изменений, то есть не накапливаются мутации. А вот, например, вот 137-я микроРНК, да, значит, это как раз пролиферативный путь, повышенная пролиферация и снижение апоптозы. Вот, значит, у нее здесь происходит снижение апоптотической активности. И вот пишут, значит, заведующие отделением заключение, да, что обнаружено повышение 3 маркеров из 8, при этом снижена пролиферативная апоптотическая микроРНК 137-я. Это может свидетельствовать как о доброкачественном, так и о злокачественном образовании, так как наблюдается процесс деления клеток в отсутствии контроля за численностью со стороны защитных систем организма. Ну вот, отсутствие контроля может носить временный характер, может связаться с воспалительными процессами либо со стрессами. Вот. И также повышен ФНО-маркер. Данный факт может способствовать отсутствию реакции организма на потенциальное злокачественное перерождение. Вот. Но, тем не менее, все-таки это не онкология. Да? То есть мы видим здесь подавление именно апоптотической активности и повышение пролиферации. То есть здесь это выраженная фиброзно-кистозная мастопатия. Этой пациенткой, конечно, стоит заниматься, потому что идет нарастание мутаций. И вот теперь мы хотим подробнее уже рассказать место приложения амилотерапии именно, так сказать, в лечении. Да? Амилотерапия издревле известна еще, так сказать, с времен Ганимана и даже до нашей эры, так сказать, это самое, в летописях встречается, но очень активно стали заниматься в 20-30-е годы 20-го столетия. И далее, значит, в Германии стали активно изучать, прежде всего, состав амилы, такие как вискотоксины, лектины амилы, что обладают они антипролиферативным действием. Далее, значит, что хочется сказать, что препарат современный, ну, так сказать, в современной медицине используется под названием Хеликсор. Далее, также это препараты амилы, это Виск-Аль. Подразделяют препараты амилотерапии на пихтовую амилу, яблоневую, сосновую амилу, и потому называю, значит, например, Хеликсор А, Хеликсор М и Хеликсор П. На самом деле их значительно больше, но мы используем именно самые активные, так сказать, компоненты, препарат Хеликсор или Вискаль. Это одно и то же, только, ну, разные названия, потому что фирмы разные производят. Применение амилы не только при предраках молочной железы, конечно же, более широкое понятие, да? Иммунологические эффекты Хеликсора известны при вирусных гепатитах, как активация иммунокомпетентных клеток, это макрофагов, гранулоцитов, индукция синтеза интерферонов, повышение температуры органа мишени, повышение цитотоксических свойств естественных киллеров НК-клеток, активация Т-киллеров, усиление синтеза антител иммуноглобулинов, G, иммуноглобулина М. Цели противовирусной амилотерапии хронического вирусного гепатита – это элиминация или прекращение репликации вируса, купирование или уменьшение степени активности воспаления. И потому, значит, кроме вискотоксинов и лектинов амилов, значит, содержатся флавоноиды, фитоэстролы, терпены, полимерные спирты, амины, также аминокислоты, аминомасляная кислота, валин, лейцин, аргинин. Это все приводит к тому, что когда мы используем
при пролиферативных процессах. Это идет угнетение репликации как вируса, это поддержка, так сказать, защитных свойств, регенерации. Происходит включение, значит, в энергетический обмен эндогенных жирных кислот, активация процессов против перекисного окисления липидов. Хеликсор оптимизирует процессы физиологической регенерации, восстанавливает генетический контроль над пролиферацией, дифференцировка апоптозом гомологичных органов, что способствует обновлению и омоложению тканей, восстановлению функционально активной ткани, снятию явлений воспаления, лизису очагов патологической пролиферации, развитию антидегенеративных эффектов, торможению опухолевого роста. Вот здесь на слайде указано, да, что оптимизация процесса физиологической регенерации, противовирусное действие – это как раз вискотоксины амилы. Угнетение образования фиброзной ткани, уменьшение размеров количества кист, восстановление структурно-функциональных взаимоотношений ткани молочной железы, восстановление кровоснабжения, потому что он обладает антиангиогенезным свойством, что очень важно, когда мы, как, так сказать, в профилактике рака, а также мы в клинике проводим лечение и онкологических процессов, когда уже вовсю идет ангиогенез раковой опухоли, и мы это колем интратуморально, и я колю это, и внутрикистозно, когда необходимо, и интратуморально я колю амилу. Ну вот, происходит восстановление процессов клеточного и гуморального иммунитета, восстановление гормональных взаимоотношений на уровне эпифиз-гипоталамус-гипофиз. Надо отметить, что издревле амела считалась антидепрессивным таким, так сказать, препаратом. Ну, это были отвары амелы против меланхолии и так далее. И то есть как, таким образом нормализует соотношение, да, как эмоционального характера, да, когнитивного, а также и гормонального, потому что фитоэстрогены амилы очень благотворно влияют на яичниковую систему, и потому происходит восстановление взаимоотношений на уровне эпифиз, гипоталамус, гипофиз. Повышение стресс-сопротивляемости организма, увеличение противоопухолевого иммунитета вследствие антипролиферативного воздействия. Вот я могу вам представить здесь слайд. Например, вот пациентка была 62 лет, рак молочной железы до лечения. Мы здесь видим вот раковую опухоль. Вот раковая опухоль. Достаточно большая. Она была 3,5 сантиметра. И мы проводили, я проводила, да, интратуморальное введение под УЗИ. Когда я смотрю в режиме ЦДК, я вижу кровоток. Здесь был мультицентрический кровоток, в центре очень много, да, ну и по периферии. Я колола непосредственно в эти зоны, где активен вот как раз неоангиогенез, вот именно этой раковой опухоли. Она, так сказать, повышенного кровоснабжения, и, так сказать, мы видим здесь, что она с неровными краями, омегаподобная, с растущим инфильтративным ростом, инвазивным. И когда я колола амелу, и мы еще проводим в нашей клинике фотодинамическую терапию, то есть у нас комплексный такой, как бы, воздействие идет. Немного могу немного рассказать о фотодинамической терапии. Значит, мы работаем с лазером в красном диапазоне, длина волны 662 нанометра. И локальный датчик я устанавливаю после того, как я уколола амелой интратуморально, я устанавливаю датчик на область опухоли. Значит, где-то полутора до двух, значит, мощность. И, значит, на там 12 минут, 12-15 минут. И есть еще фотодинамические лампы также в красном диапазоне, длина волны 662 нанометра, да, 662. И на область всей молочной железы справа-слева, потому что парный орган, проводим лечение там и там. Но, конечно, в этой ситуации работаю очень активно с этим узлом. И 12 процедур это было, 3 раза в неделю. И вот посмотрите следующий слайд. После лечения амилотерапии и фотодинамической терапии.
Мы видим, вот как он уменьшился, этот узел, вот он, и он составил 1,7. То есть было 3,5, вот составил 1,7. То есть мы его локализовали, уменьшили, перифокальный отек ушел, значит, провели антипролиферативную, да, воздействие хеликсором, амилотерапией, и мы подготовили эту пациентку, мы называем это, значит, ну, неоадъювантная терапия предоперационная, и мы подготовили пациентку к операции. Была проведена операция, оперативное лечение, учитывая, что без химии, обращаю внимание, что это без химиотерапии, без химиотерапии. Потому что возрастная пациентка, у нее были проблемы с сердцем, экстрасистолы и так далее, ну, и она... Отказ, в общем, от химиотерапии. Мы ее вот так лечили нашей комплексной методикой, подготовили к операции. Если бы мы ничего бы не делали, то, конечно же, только химиотерапия, ну, была показана, потому что большой очаг, и была бы удалена вся молочная железа в дальнейшем. Но поскольку мы уменьшили очаг, и была проведена субтотальная резекция, так сказать, удален, ну, так сказать, очаг, ну, с лимфоузлами, но, тем не менее, молочная железа была сохранена. Далее. Пациентка 51 года, локализованный аденоз. Ну, это, конечно, доброкачественное заболевание, локализованный аденоз, то есть увеличенная доля, плотная доля. Но, тем не менее, по системе Байратс это уже наблюдение, то есть Байратс 3, потому что плотность этого очага, и даже там были единичные кальцинаты. То есть, конечно, эту пациентку нужно наблюдать, но не просто наблюдение и ничего не делать. То как раз в нашей клинике мы занимаемся активной онкопрофилактикой. И в этой ситуации я также колола интратуморально, то есть вот в этот очаг я колола хеликсор М, это яблоневая амела, значит, от 10 до 20, значит, миллиграмм, амилы два раза в неделю и проводила фотодинамическую терапию. 10 раз. В случае доброкачественных процессов это достаточно 10 раз. В случае злокачественных 12 раз. И вот после операции, после лечения. Да, если там очаг был 2,5 сантиметра, то есть увеличенная доля, да, с уплотненная доля, то здесь она уже составила 5-7 мм. То есть, в общем-то, практически норма. Вот данные маммографии. У пациентки, значит, правая молочная железа, значит, вот у нее были фиброзные тяжи, и в этих фиброзных тяжах фиброаденома. Вот фиброзные тяжи, да, то есть вот такая плотная вся молочная железа. После проведения нескольких курсов амилотерапии и фотодинамической терапии, через год, ну, раз в год делается маммография, вот такая малая, немножко изменилась архитектоника, потому что отек воспаления ушло, да, подрассосались и фиброзные тяжи, и вот мы видим, что и фиброаденомы, вот, так сказать, вот всего-то лишь вот столько, да, то есть до сантиметра, которую можно наблюдать. А так, в общем-то, если бы она росла и выраженный был пролиферативный рост, надо было бы оперировать. Ну вот и здесь сводная такая таблица, где мы сравнивали первая группа, да, и вторая группа, где мы проводили лечение, да, сравнивали, то есть это контрольная группа и опытная, ну как бы, да, клиническая группа, лучше сказать. И вот где мы сравнивали площадь кистозного компонента, площадь до лечения, площадь кистозного компонента после лечения, площадь фиброзного компонента до лечения, после лечения и выраженность болевого синдрома. Потому что, конечно, пациентки обычно, когда приходят на прием либо к гинекологу, либо к маммологу, так сказать, они жалуются на мастодинею, на предменструальный синдром, если это репродуктивного возраста. Если менопауза, то, тем не менее, когда отек и пролиферация, так сказать, и плотная ткань молочной железы, конечно, это всегда болезненно. Это, так сказать, мы называем это мастодинеей. И мы видим, да, что после лечения, как уменьшается площадь
компоненты кистозного, да, и фиброзного компонента значительно уменьшается. Именно вот после амилотерапии и где-то в каких-то сложных случаях проводим фотодинамическую, когда это уже узел, когда это выраженный пролиферативный компонент. Значит, нужно отметить, что еще такая есть методика РТМ-диагностика, радиотермометрия. Я вам здесь слайды показала по тонкопанели. Это то, что касается, мы оцениваем состояние генома, да, и мутаций. Но для того, чтобы локализовать, какая, например, из кист самая опасная в плане онкологии, и что за узел, да, близко к онкологии, да, потому что мы же знаем, когда даже проводим пункцию узла, то буквально в миллиметре можно не попасть там, где уже идет излокочисление, да, а мы там условно там в нескольких квадрантах проводим пункционную биопсию, там тонкоигольную, да, например, если еще не подозреваем рака, но если когда уже мы подозреваем онкологию, то мы корбиопсию проводим. Но буквально в миллиметре мы можем, не увидеть эти клетки. Да? Из того участка мы взяли, посмотрели, там крайняя степень дисплазии, например. А рядом был же участок, который, с перерождением, да, с атипичными клетками. То есть и такое тоже может быть. Да и потому что игла... При аспирационной биопсии она может просто забиваться подкожным жиром, и тоже клетки не попали. И именно для чтобы этого не происходило, то существует методика, называется РТМ, это радиотермометрия, основанная на том, на излучении тепла клетками, да, это принцип Бутылье, это ученый такой был, который выявил, да, что в норме здоровые клетки определенное количество тепла излучают, да, электромагнитного излучения, а вот когда уже в переходе на онкологию или рак молочной железы, то в разы увеличивается выделение тепла. И нашими учеными, Леонид Научным Фишером, профессором и профессором Ведюковым, была математическая модель составлена, была, формула выведена, когда они вычисляют индекс пролиферации. И вот это очень важный фактор в оценке, да, что делать с этой пациенткой. Либо мы еще ее наблюдаем, это небольшое воспаление, либо это как раз пролиферативная форма, которая может привести к раку молочной железы. И вот они вычисляют этот индекс пролиферации. Чем он выше, там, например, в 94% случаев, конечно же, не надо ждать, а то раз в год только делается маммография, что мы будем ждать и говорить пациентке, нет, вы придите через год. То есть мы вас просто наблюдаем. Конечно, мы так не поступаем. В нашей клинике мы ведем активную онкопрофилактику. И когда повышенный индекс пролиферации, то, конечно же, и да, и видно по молочной железе, когда смотрят там по шаблону, да, в таких квадрантах, и где повышенная температура, да, электромагнитное излучение повышенное, то, конечно, мы понимаем, что в этом месте либо какая-то киста с пролиферативным компонентом, да, либо это внутрипротоковые, и мы начинаем очень активно лечить. Амилотерапия, методика и фотодинамическая терапия. Чем выше пролиферация, индекс пролиферации, конечно, нужна фотодинамическая терапия. Вот патент Российской Федерации был получен, способ скрининга рака молочной железы и предрасположенности к нему. И в этот патент, вошли вот те методики, о которых я вам рассказала. Это онкопанель микро-РНК. На ранних, на предикторной еще, фазе мы выявляем предрасположенности, онкомутации. Особенно это группа риска пациенты, у которых наследственные раки. Мамы, бабушки. И не обязательно рак молочной железы. Это могут быть раки гинекологические, гинекологической сферы, там матки, там эндометрия, там, да, яичников и так далее. Ну и также кишечника и других органов там, где, пролиферативные были процессы, переходящие в рак, да, потому что там и рецепторы эстрогенов, да, мы знаем, что они в разных органах, не только в молочной железе, а также в гинекологии, а также и в легких, даже потому раки не у курящих возможны, также в печени и так далее. И вот
в этот же патент входит методика радиотермометрии, о которой я только что говорила. Ну и также, так сказать, о лечении, то, что вам сказала, амилотерапия и фотодинамическая терапия. Это если вот кратко рассказать. Конечно, в нашей клинике проводится лечение, значит, есть общий онколог, проводится лечение не только молочной железы, я мамолог там, а также гинекология, да, то есть раков и предраков, да, гинекологической сферы, да, и рак эндометрия, яичников и так далее, да, ну и доброкачественного процесса, там, полипоза эндометрии и так далее. Далее, значит, это и раки желудка, раки легкого, печени и так далее. То есть вот у нас клиника, которая занимается и предраками, ну и раками в том числе. Ну вот если коротко, то это так. Если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, с удовольствием отвечу на них. Огромное спасибо, Ольга Алексеевна. Сейчас мы выясним, какие вопросы, потому что они, возможно, и в чате есть. Лилуша, где-то там? Добрый вечер. Добрый вечер. Я здесь. Клея да, Ханна, пожалуйста. Посмотри, и, а потом мы... Вопрос вот, закончится, мы представим так слово. Хорошо. Клея Ханна, да. Вот один вопрос есть. Как можно, как препарат Хелексоль, правило введения препарата Хелексоль? Да, Ольга Алексеевна, как раз-таки, я думаю, это очень интересный вопрос. Врачи, вот вы очень хорошо все сказали, но все, конечно, хотят знать конкретную схему. Если можно, вот подробно расскажите, какой хеликсор, как вводится, сколько, какая продолжительность, если в зависимости от того, какая стадия, предрак и так далее. Вот нюансы, так сказать, врачевания. Пожалуйста. Да, я поняла вопрос. Спасибо большое за вопрос. Значит, способы введения хеликсора. Мы знаем о том, что... Я вот говорила о том, что хеликсор есть А, есть М и есть П. При разных нозологиях, да, вот, например, при раке или при драке молочной железы, это используется яблоневое амело. Это хеликсор М. При других нозологиях, возможно, например, при раке легкого используется хеликсор А, да. При урологии, например, урологических проблемах используется хеликсор П. Это, значит, сосновое амело, и хеликсор А – это пихтовое амело. Вот основные – это три хеликсора, да, основные. Хотя их, еще раз повторюсь, очень много, да. И под другими даже названиями есть ивовое амело, и так дубовое амело. Значит, теперь пути введения. Классическая схема введения хеликсора или А, или М, или П – это внутрикожная или подкожная. Классическая схема. Значит, начинаем мы с 0,01, так, далее 0,1 миллиграмм, далее и повышаем. То есть мы идем, да, в неделе три раза мы колем. Да, сначала 0,01, потом 0,1 миллиграмм, следующая неделя, да, и так, так сказать, до полугода, это когда пациент находится на долечивании, когда он находится на долечивании, он может даже себе сам колоть, да, и доводим, если это онкологический пациент, значит, поддерживающая дозировка, это 20-30 миллиграмм, это даже ампулы такие есть, и даже расфасованные по 0,01, 0,1 и так далее. То есть это классическая немецкая схема, написанная в методических рекомендациях до фирмы Хеликсор и также выпущенная уже у нас профессором Роликом книга, ну, монография, переведенная с немецкого языка, кафедры РУДН
кафедры гомеопатии, да, и там очень подробно расписана классическая немецкая схема. Это подкожное и внутрикожное введение. Значит, мы больше любим внутрикожное, объясню почему, потому что внутрикожное в виде папулы введение, значит, активируют макрофагальное звено иммунитета и дендритные клетки, которые активны, так сказать, формирование иммунного ответа, да, а также, так сказать, пул НК-клеток, киллеров, то есть формирование, так сказать, Т-лимфоцитов, киллеров, да, и НК-клеток. И самое главное, формирование иммунного ответа, чтобы организм хозяина, то есть человека, да, пациента, да, распознавал именно раковые клетки и происходил именно иммунологический ответ. Это чрезвычайно важно. Следующее введение – интратуморальное. Это то, о чем я рассказывала, что можно вводить, значит, хеликсор от 10 мг там, до 50 мг интратуморально. Конечно, это все очень индивидуально. Это оценивается по УЗИ, оценивается по КТ, если с контрастом. То есть чем выраженнее процесс и больше узел, так, то мы начинаем снова с небольших дозировок и доводим даже там до 50 мг. Если это молочная железа, так сказать, мы вводим интратуморально там, под УЗИ, именно там, где повышенный ангиогенез, то есть там, где кровоток выражен. Потому что, как я сказала, амело обладает антипролиферативным действием и также воздействует на антиангиогенез. И плюс еще, если фотодинамическая терапия, сейчас расскажу, на каком, так сказать, принципе она построена, внутривенно вводится фотосенсибилизатор, например, родохлорин. У нас в клинике проводим родохлорин 0,35%. Что он делает? Учеными выведено, ну, как бы исследовано в институте канцерогенеза, значит, институт онкологии имени Блохина в Москве. Значит, в течение 20 лет было исследовано, проводилось исследование фотодинамической терапии у животных и клинически у людей. И было выявлено, что фотосенсибилизатор накапливается именно в раковой опухоли и именно с повышенной метатической активностью в С-фазу, например. И когда мы воздействуем лазерным пучком, значит, фотоны света в красном диапазоне, длина волны именно 662 нанометра, тоже опытным путем, как говорится, было исследовано, что именно в этом диапазоне обладает самым выраженным, да, противоопухолевым эффектом, то происходит фотохимическая реакция. То есть, когда фотоны света встречаются именно вот с родохлорином, происходит фотохимическая реакция с получением синглетного кислорода, НО2, АО3. Это мощный окислитель, и происходит как бы разрыв клетки, да, то есть как бы ее мощное такое окисление раковой клетки. То есть на здоровые не влияет, а именно на раковые. И вот это, они как синергисты. Хеликсор, антипролиферативное воздействие и антиангиогенные, и плюс еще синглетный кислород от фотодинамики. И вот таким образом происходит окклюзия сосудов, то есть, ну, как бы сваривание сосуда, да. А нам это важно, чтобы кровоток нарушился у раковой опухоли, чтобы метастазы не отпочковывались и не распространялись по организму, ну, прежде всего, подмышечные лимфоузлы. Это первый регион, куда идут метастазы, ну, и далее, тем более по организму. Вот это интратуморальное воздействие. Далее, внутривенное введение хеликсора. Онкологическому пациенту мы тоже капаем от 100 мг, то есть ампула, есть ампулы, как я сказала, уже от 0,01 и далее более там, 1 мг, 10 мг, 20 мг и так далее, то есть расфасованы, да, 50 мг, 100 мг. Вот это как бы самый концентрированный, самая большая, так сказать, самая расфасовка – это 100 мг. И потому тоже выраженность процесса, если метастатический процесс, как мы видим, там КТ, МРТ с контрастом и так далее, что там уже четвертая стадия в костях, там, да, метастазы там, ну, в легких и так далее, то, конечно, капаем и даже до 400, а иногда до 600 миллиграмм амелы. Конечно, это с
назначением врача, под присмотром врача. Ну вот, ну, в среднем, вот среднее, да, когда это онкологический пациент, это 100 миллиграмм внутривенно. Далее, значит, введение, значит, может быть, даже в брюшину, когда есть асцит, это пациенты с четвертой стадии, то также вводится, ну, врачом обученным, онкологом, да, вводится внутрибрюшина, особенно если там метастатический процесс распространенный, да, по кишечнику, по брыжейке там и так далее, да, в брюшине, то, конечно, вводим еще и выпускаем, конечно, сначала астатическую жидкость. Пациент находится у нас длительно, пока, так сказать, мы это самое, выводим астатическую жидкость, и потом уже вводим также до 400 миллиграмм, значит, хеликсора. Вот это основные, да, подкожно, внутрикожно, внутривенно, интратуморально. Я ввожу интракистозно, то есть внутрь кист. Когда, если мне нужно, я пунктирую, да, если киста больше 2 сантиметров, да, то, конечно же, ее пунктируешь. Если очень маленький кист, там 5-7 миллиметров нет, то просто и вводим, ввожу. Ну, используем еще препараты фирмы Хель. Просто в этой конференции мы не рассказывали про это. Для того, чтобы снять отек воспаления, используем препараты фирмы Хель. Это немецкая фирма, гомеопатические препараты, замечательно работающие. Это антигомотоксические препараты. Например, Траумель, который является противовоспалительным. Ольга Алексеевна, я вас перебью. Мы, наши врачи все знают об этой фирме. Да, так что вы можете, они уже, можно сказать, очень профессионально, вы можете назвать препараты, да, так что это не впервые. Замечательно, я очень рада, да. Да, да, пожалуйста. Так что, ну, вот такая комплексная терапия проводится. Для того, чтобы обязательно, когда мы идем мощно, мы воздействуем на раковую опухоль, если мы это говорим сейчас об онкологии, да, то происходит разрушение, да, потому что воздействие идет и хеликсора, да, лизис идет клеток, потому что, так сказать, активация вот этими лектинами и вискотоксинами амилы происходит замещение раковых клеток, да, соединительной тканью, фиброзной тканью, то есть и плюс синглетный кислород от фотодинамики происходит разрушение, так сказать, ну, грубо говоря, взрыв этих клеток, да, нам обязательно нужно поставить дренажи. То есть мы таким образом обязательно, я колю и Траумель, и лимфомиазот. Лимфомиазот – это лимфодренажный препарат. Я колю как интратуморально и вокруг обязательно, да. То есть я задействую активно лимфатическую систему молочной железы и также колю в подмышечные лимфоузлы для того, чтобы дренаж происходил и потом далее осколки, грубо говоря, осколки разрушенных клеток, вирусов, ну и так далее, да, то есть все гомотоксины, как мы их называем, да, происходит выведение через лимфатическую дренажную систему, единый грудной лимфатический проток, и далее через мочеполовую систему наружу, через мочу. Вот, таким образом мы воздействуем на опухоль и, так сказать, выведение гомотоксинов. Если это не онкология, если это доброкачественный процесс, также я, например, фиброаденомы, конечно, тоже я под УЗИ колю, если я вижу там периферический кровоток или там где-то единичный кровоток, то стараюсь именно в эти зоны, да, происходит также лизис, уменьшение ее, и во многих случаях мы обходимся без операции. Конечно, если фиброаденомы выше там 2 сантиметров, ну, здесь мы уже смотрим. Если активный пролиферативный индекс, проводим предоперационную подготовку, если некая угроза, то направляем на оперативное лечение. Если фиброаденомы менее 1,5 сантиметров, то, конечно, мы проводим фотодинамику вместе с амилотерапией, уменьшаем узел, и он никому не мешает, как бы в ней он уже интактный становится, пролиферации там нет, мы проверяем на РТМ-диагностике. И 2 раза в год эта пациентка ко мне приходит, и я с ней, так сказать, провожу, так сказать, хотя бы половину курса. То есть по ситуации, это уже индивидуальный такой персонализированный подход. Но еще раз повторюсь, что мы очень активны в плане предрака. Очень активны. То есть не просто наблюдение, а потом, так сказать, вот они, интервальные раки появляются, да, за год, если активная пролиферация, это огромный период времени. Я вам показывала слайд, да, что недиагностированные рак, да, там 1 миллиметр, а там уже 1 миллион клеток. 1 миллион. Это очень много, да.
И потому мы лучше проведем это лечение антипролиферативное с хеликсором, с амилотерапией, если на РТМ-диагностике, да, повышенный индекс пролиферации, то мы проводим и фотодинамическую терапию, и, так сказать, мы с выполненным таким долгом, да, перед пациентом, что мы его полечили, да, и что, так сказать, никакого перерождения не произошло. Особенно в группе риски пациенты, у которых наследственные раки, вот, и которых мы ведем уже 15-17 лет, и, слава богу, так перерождение, слава богу, не произошло. Хотя у нее, у этой пациентки, мама умерла, да, в 43 года от рака молочной железы, бабушка, да. То есть, как бы она уже давно, так сказать, пережила, да, вот тот самый опасный возраст, когда у нее была очень активная пролиферация в молочной железе. Ну вот, наша тактика в этом направлении именно такая, активная вторичная онкопрофилактика. Спасибо большое, Ольга Алексеевна. Если позволите, я по ходу хочу просто еще один вопрос. Конечно. Мы очень широко, используя препараты фирмы Хейли, да, то есть перерегуляционная медицина, мы, да, очень широко применяем системное введение, то есть дренажи на, да, именно на натрий хлорид, бикарбонатом, плюс, да, вот, да, эти все. То есть щелочная плюс биорегулирующая. Да, вот, да, это как вы сказали, что локально используется, а возможно... И хорошо ли именно системы тоже и проводить? И что вы тогда в систему добавляете? Это, пожалуйста, если можно, скажите, какие препараты вы там используете из фирмы Хель? Значит, это системы. Конечно, мы очень много используем. Я просто, как бы, ну, в рамках моей конференции, да, как бы по амилотерапии, как бы я не стала затрагивать именно препараты фирмы Хель, но поскольку вы тоже их используете, просто, да, поделюсь опытом. Конечно, псорина Хель мы используем. Почему? Потому что это псорные пациенты, да, если говорить в гомеопатическом плане, да, то есть вводим, значит, и внутримышечно они колят, эти пациенты, два раза в неделю. Обязательно траумелиум, фимиазот, и можно даже капать. И обязательно ощелачивание, да, проводится. Значит, если сочетанные, там же много всегда сочетанной патологии, не только там молочная железа, ну, рак молочной железы, выявляется, что у пациентки, да, и диабет. Конечно, мы таким пациентам, мы мамордик композитом, да, используем. Если там уже подозрение на метастазы, там, или уже есть метастазы, или только какие-то очаги в печени, например, да, ну, ксвомика, гаммокорт обязательно используется, да. То есть вот спектр хелевских препаратов мы очень, так сказать, много используем. Как и внутривенно, внутримышечно и локально. Почему я останавливаюсь на локальном? Потому что, ну, начиная там с 2000-х, наверное, да, годов, ну, может быть, даже чуть раньше, когда вот Хель, так сказать, в Россию, да, немцы привезли, и у нас были совместные конференции, то, конечно, мы сначала использовали внутримышечно там, да, и так далее. Но я как мамолог, да, видела, что все-таки, как я понимаю, как существует гематоэнцефалический барьер, да, как существуют тканевые барьеры. И все-таки я поняла, когда я колю именно интратуморально или интра, так сказать, мамарно, да, то есть в зоны очагов, в зоны кисты, локализованного аденоза, то 100% препарата там. То есть не происходит его, да, если плют пероз или там внутримышечно, не происходит потери препарата. Понимаете, да? И потому я очень активно ввожу именно в зоны очагов. И потому я получаю, конечно, высокую эффективность. Да, да, очень замечательно. Спасибо. И так же, как амилотерапия, да, в немецких, это самое, да, монографиях, там, да, это, Кёльнский университет онкологии, да, Мюнхенский, много там, да, более 50 учреждений, которые использовали, да, и, так сказать, готовили методические рекомендации. Я вам даже больше скажу, что амилотерапия в Германии проведена законодательством, то есть Минздравом, как четвертый метод, это комплементарная медицина, четвертый метод лечения рака. Да, и через больничные кассы, через страховые, да, они, пациенты получают амилотерапию. Да, то есть если у нас это мы, вот клиника, да, мы занимаемся этим, да, но, так сказать, Минздрав как бы, ну, нет такого
как сказать, внедрение, да, то в Германии 80% населения, да, знают, что такое амилотерапия, потому что это четвертый метод лечения онкологии. То есть первые три всем известны по данным ВУЗ и вообще всемирно, да, это операция химиолучей, и четвертый метод – это комплементарная медицина, в которую входит 80% – это амилотерапия, ну и плюс вспомогательные, да, там витаминотерапия, там противорвотные, там и так далее, и так далее. Гомеопатические препараты. Так что вот это достояние, конечно, в Германии амилотерапия, что они провели ее как четвертый метод лечения рака. И им, конечно, легко работать. Им не надо ничего доказывать, как бы, да, объяснять, ну, докторам, которые назначают, как бы, операцию химиолучей, да, то есть в протоколе, который работает, понимаете? Потому что у нас Минздрав не провел амилотерапию. То есть хотя она у нас зарегистрирована, да, как... Да, Хеликсор, он у нас был этот самый Видаль есть, да, как зарегистрированный препарат. Но методических рекомендаций, чтобы всем онкологическим назначался, этого нет. А в Германии это есть. Можно вопрос? Конечно. Вы скажите, пожалуйста, спасибо, во-первых, за лекцию, Дайсин. Спасибо. Вы мне скажите, можно будет смешивать Хеликсор и Траумель в одном шприце и интрапломбально? Нет, нежелательно. Спасибо большое за вопрос. Смотрите, все-таки это разные препараты. Траумель – это антигемотоксический препарат. Вот с нимфомиазотом, с коэнзимом я могу это делать, да, в одном шприце, к примеру, да. Они как бы синергисты даже, особенно траумель и нимфомиазот. Но Хеликсор – это все-таки фитопрепарат со своими особенностями. Значит, я сейчас расскажу, когда я ввожу, например, интратуморально, да, или под кожу, проявление такое, да, у них в методических рекомендациях по амилотерапии, да, прям написано, официально заявлено, что мы активируем звенья иммунитета, и в этом месте, куда мы укололи амилу, да, как бы в любой дозировке, обязательно должна реактивность быть, да, то есть в виде покраснения, папулы такой, да, ну, значит, красного пятна, то есть таким образом работает иммунитет. То есть, понимаете, да, то есть мы это видим, что вот он работает, мы всегда объясняем пациенту, что имейте в виду, вот я сегодня вам уколола, к вечеру, например, даже может подняться температура, потому что он работает как, ну, как иммуномодулятор, понимаете, что 37,5, а у некоторых пациентов до 39. То есть это все оговаривается обязательно с пациентом, но отмечено клиницистами, да, чем выраженнее эффект, в смысле, чем выраженнее реакция на Хеликсор, тем будет выраженнее эффект. Ну и, конечно, подбор дозы. Это приходит, конечно, с опытом. Еще раз повторюсь, что есть классическая немецкая методика, да, от самых маленьких дозировок, и мы видим, да, как реагирует организм на них, и мы, так сказать, можем всегда остановиться, если тяжело пациенту переносится, если под внутрикожно мы, например, по линии, по белой линии живота колем, да, если это онкологический пациент, то мы видим, как эти папулы, да, папульная методика, потому мы внутри кожно это вводим. Я говорила о том, что мы активируем дендритные клетки, да, которые в сетчатом слое, ну, 10 слоев имеет, да, и вот именно, так сказать, в сетчатом слое кожи и макрофагальное звено. И потому, конечно, вот эти папулы будут краснеть. Мы обычно просим пациента, да, бывает зуд, потому что это фитопрепарат. Мы всегда говорим, что если... Ну, как бы оговариваем все это с пациентом, да, чтобы он не боялся, что покраснеет, что это хорошая реакция, она должна быть. Да, конечно, если у пациента совсем с иммунитетом беда, да, особенно пациенты с четвертой стадии клинической, ну, по раку, там, да, там, ну, какого-то органа, с метастазами и так далее, что мы можем и на низких дозировках и не получить, как бы, вот этой реактивности, да, вот этого покраснения. Тогда мы с ними более, так сказать, ну, можем повышать дозировку, как сказать, более быстро, да, а в среднем, когда мы уже пациенту объясняем, как дома колоть этот препарат, да, то, значит, мы повышаем от 0,01, 0,1 миллиграмм, 1 миллиграмм, это по неделям, он 3 раза в неделю колет, одну неделю там 0,01, смотрит реактивность, была реакция, да, мажет, можно помазать траумелевой мазью, да, ну, когда там зуд, там покраснение, чтобы немножечко нивелировать вот эти вот какие-то, ну, как сказать, это не осложнение, это проявление, это реакция пациента, как бы, да, кожная реакция. Ну, ты объясняешь пациенту, ну,
Ну, можно трумелевой мазью, да, помазать, чтобы как бы было комфортно, так скажем, да. И вот каждую неделю мы добавляем, доводим уже до тех дозировок, на которых мы хотим остановиться. Максимально это 50-ка, да, но на дом, например, мы поддерживающая терапия при онкологии, это где-то от 20, 20, 30-50 от выраженности процесса, да. Чем выраженнее, чем больше метастазов, конечно, мы на более высоких дозировках. Да, если это локализованный процесс, там, после операции пациентам рака молочной железы там, с подмышечными лимфоузлами, то где-то 20-30, да, останавливаемся. И вот он 2-3 месяца, этот пациент колет сам себе дома после нашего лечения. Там, например, после операции она еще ко мне пришла. Я работаю с послеоперационным рубцом. Вы, не секрет, вы знаете о том, что бывает лимфорей, да, плохо заживает при раке молочной железы. Значит, ну, отсекает, значит, лимфа, да, бывает, ее пунктируют там и так далее, да. Бывает, даже отсекают руки, так называемые лимфостазы. Но тогда, когда я занимаюсь пациенткой, обкалываю трумель лимфомиазотом и все, да, не бывает вот таких серьезных, да, лимфатизма, то есть отека там верхней конечности, да, я не довожу никогда до этого. Приходит пациентка, я всегда говорю, что, пожалуйста, приходите в послеоперационном периоде, мы с вами поработаем, также колю ей хеликсо, чтобы она быстрее восстановилась, как реабилитация после, так сказать, после операции. Также проводим на фоне химиотерапии, он прекрасно, этот препарат амилотерапии, работает в плане дезинтоксикации, значит, пациент лучше переносит, и даже там проводили исследования, да, что химиопрепараты лучше воздействуют на раковые клетки, да, с целью, ну, так сказать, ну, киллеры, да, лучше воздействуют, когда на фоне, например, амилотерапии. Пациент идет, например, на капельницу химиотерапии, там, а следующим днем или через день приходит к нам, мы проводим капельную амилотерапию, ну, если нужно, я еще подкалываю, значит, внутрикожно по белой линии живота. И вот так, значит, он и лучше переносит химиотерапию, не так его тошнит, не так рвет, он даже кушает, и все в палате удивляются, а как интересно, да, что, говорит, мы не можем не кушать, на еду смотреть, а ты даже кушаешь и нормально себя чувствуешь, да. И нужно еще отметить, что амилотерапия, да, прекрасно, вот я говорю, в реабилитационных схемах, да, выживаемость прекрасна. У меня есть пациенты, которые без химиотерапии, потому что там даже остановка сердца была, да, на этом самом, на препарате, этот самый герцептин, например, да, когда капали, и пациентка написала отказ, и тогда говорили, как же у нее метастазы, и, так сказать, будет прогресс, и вот она уже 17 лет, слава богу, и живет, и активно, и внуков возит там даже на море там куда-то, да, и два раза в год приходит к нам, вот ко мне, да, и я провожу с ней лечение. Сейчас даже перешли на один раз только в год, и вот столько времени, да, понимаете, мы даем амелый резерв, то есть исследования были проведены, что очень благотворно на красный костный росток, как бы, да, на формирование пула ТБ-лимфоцитов, особенно Т-лимфоцитов клеток памяти, да, и формирование собственных Т-киллеров, да, НК-клеток, то есть вот так благотворно влияет. Ну и я, как бы, когда ввожу интратуморально, я вижу, как происходит лизис, да, там, раковых клеток, вижу на УЗИ, там, зоны некроза, там, и так далее. То есть здесь очень интересная методика амилотерапии, я готовлю как в неоадъювантном режиме до операции пациента, и также в послеоперационном, да, если я вижу там начинающийся лимфорея, да, я помогаю этой пациентке, так сказать, быстрее, чтобы заживал рубец, чтобы быстрее происходил отток, да, там обкалываю трумелью лимфомиазотом, да, и, так сказать, на, обладает еще, так сказать, анти, это самое, метастатическим эффектом, да, то есть и резерв дает, вот то, что я, ну, сказала, да, как бы резерв организму, да, чтобы собственные клетки реагировали, чтобы происходил иммунный ответ, чтобы они распознавали эти раковые клетки, да. Ну и самое главное, что
метастатического процесса не происходило. И потому только этим можно объяснить, что пациентка не проводила химиотерапию при метастатическом процессе, и столько она времени живет. Далеко не при каждой химиотерапии химиотерапевты могут похвастаться таким результатом. Да? Мы знаем, что медиана выживаемости 1-2, ну, может быть, 3 года при раке молочной железы. То есть только до 5 лет там 30% всего доходит пациента. Ну вот, вот так. Так что амилотерапия, я говорю, в неоадъювантном режиме, послеоперационном, да, и как реабилитация вообще, так сказать, онкологического пациента 2 раза в год, ну а после 5 лет можно уже и 1 раз в год проводить. Все, спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, еще вопросы. Ольга Алексеевна, еще вот вопрос задали несколько врачей, вот нас интересует. У вас псоринохиль препарат имеется на рынке? Есть, да. Да. У нас его уже очень много лет нет, и нам как-то говорили, что его нет. Вы знаете, вот последние конференции, вот буквально только лишь, да, Арнеби ушла с нашего рынка, то есть это дистрибьюторы были, да, сейчас да. Другие, вот, и даже здесь как бы производство, ну, как бы производство, что привозят оттуда, ну, потому что санкции, вот это все, да, да. Как-то привозят, значит, основное сырье, они его как бы называют, а даже здесь как бы расфасовка, даже такое возможно. Ну, обойти вот эти санкции, да. И вот была буквально на прошлой субботе была конференция, да, и будет, значит, еще, ну, короче, несколько конференций по хеле уже было. И планируется 14 чего, июня конференция, то есть там вот, вот прям вот ближайшее 14 июня, там тоже будут говорить. И вот в перечислении все это есть у нас на рынке, кроме гликсаля нет, вот в основном гликсаля нет, все остальное псоринохель есть, и мамордика композит, и ренель, там это у нас тоже есть, да, это тоже. Спасибо. Такой еще вопрос, много вопросов вообще пришло. В какие точки на грудной железе нужно вводить препарат? Ну, как я уже сказала, когда мы выявляем очаги, то мы же понимаем, да, верхний наружный квадрант, нижний наружный, то есть в зону, ближайшую к очагу. Если как бы еще опасаются, потому что я-то ввожу под УЗИ, да, как бы если там интратуморально, да, или интракистозно, да, прям туда внутрь, но я это делаю там под УЗИ. Если доктора опасаются, ну, как бы нет такого, то можно вводить верхний наружный квадрант. Вот. Верхний наружный квадрант. И большие дозировки, конечно, не надо, потому что это будет сильный отек, и пациент будет бояться. Еще раз оговорюсь, что значит, проявление хеликсора, это обязательно будет покраснение, будет папула, да, будет как бы нагрубание этой зоны. Я советую пока проводить где-то 5, ну, может быть, 10 миллиграмм. Разводить физраствором, инсулиновым шприцом от 5 до 10 миллиграмм. И вообще сначала как бы пробу нужно посмотреть, как переносит пациент. Даже 1 миллиграмм развести физраствором, это просто в инсулиновом шприце, это видно, да, когда там это, ну вот. И разводить физраствором, и вводить верхний наружный квадрант. Тем не менее, все равно молочная железа получит, да, те зоны патологических очагов. Если уже кто как бы войдет в эту тему, и, так сказать, под УЗИ, можно будет вводить уже непосредственно в зоне очагов. Ну, я так думаю, что вначале надо, конечно, под кожу до, как говорится, верхнего наружного квадрата. Ольга Алексеевна, доктор Бабаева с вами на связи. Я сама ревматолог, но амилотерапией давно интересуюсь. Да, я внимательно прослушала, конечно, благодарна, мы все врачи Азербайджана вас благодарим. Но спасибо вам. Препаратов Вискум Альбум, то есть наши амелы любимые. Вы сказали, при преобладании фиброзного компонента базовый препарат является, конечно, хеликсор. Он обладает антипролиферативным действием и так далее. Но
Здесь один момент есть, да, вот я хочу вам задать вопрос. А если преобладает кистозный, можно в одном, если кистозный компонент, в одном шприце, можно, рекомендуется ли, например, противокистозное какое-то средство добавить, например, гелиборус нигер, аквас, по классической системе. Да. Вот это еще один вопрос. А имеет значение женщина, с этими изменениями в молочной железе, она находится до менопаузы или после менопаузы? Например, до менопаузы препарат, может быть, уже будет не яблоневая, не пихтовая, а, наверное, сосна. Вы как считаете? А наоборот, уже после менопаузы более благоразумно применить Хеликсор-М. Вы как считаете? Спасибо большое за вопрос. За вопросы, да, я вас тоже благодарю за вот такое внимание, как бы, да, интерес. Ну вот, сейчас по порядку постараюсь, да. Прекрасно, что вы занимаетесь ревматоидным артритом, прекрасно просто идет, да, Хеликсор, когда прекрасно. Мы обкалываем суставы, да, обязательно только с использованием Трумея, лимфомиазота, да, потому что если это очень горячий сустав, то, конечно, нужно сначала немножко провести противовоспалительную терапию, да, и далее уже работать с Хеликсором. Теперь, что касается кистозного. Да, вот смотрите, вы правильно абсолютно заметили, что, значит, гелиборус нигер, да, это препарат выбора, как бы, да, мы действительно используем очень любимый гелиборус. Ну, снова же говорю, просто моя конференция сегодня посвящена Амеле, да? То есть, а так мы, конечно же, используем прекрасный гелиборус, да? Именно и при кистах, да, он используется, морозник, да? Вот, хорошо он используется. Но понимаете, в чем дело? Мы используем совместно, но только ни в коем случае не в одном шприце. Вот это я хочу попросить вас сразу, да, как бы расставить точки, что отдельно Хеликсор, причем даже можно в отдельный день. Потому что он обладает, вот смотрите, киста наполнена жидкостью. И это не просто жидкость, это воспалительный детрит. И как мы выяснили, что это на фоне и герпесной, и цитомегаловирусной инфекции. А сейчас конференция вот прям недавно была, да, что там даже выявили методом, кластридии. Представляете, что даже в кистах, даже анаэробы. И так далее. То есть кроме вот этой воспалительной составляющей, ведь там есть эпители. И вот как раз в эпители могут проходить пролиферативные процессы, да, с перерождением, с малигнизацией. И потому без Хеликсора не обойдешься. То есть гелиборус, он идет как противовоспалительный при кистах, да, именно вот этот воспалительный детрит, да, а Хеликсор – это антипролиферативный процесс, да. И если там уже готовится, да, я же говорю, до миллиметра. Самое печальное, что ни на УЗИ, ни на КТ, да, даже с контрастом может не накапливать. Почему? А потому что до миллиметра, там, до двух миллиметров не прорастают еще сосудами. И контраст не может пройти в этот, в пул вот этих раковых клеток. И пациент выходит оттуда, а ему говорят, нет, рака нет и так далее. Когда мы начинаем смотреть на микропанели, да, вот этой онкопанели микро-РНК, и мы видим, как уже либо крайняя степень дисплазии, либо даже уже начинается атипизация, да, атипические клетки. И понятно, что логика такая, что срочно нужно начинать лечение этого пациента, не дожидаясь, когда он через год придет на маммографию, там уже точно будет рак и вообще не первой стадии, да, а там уже может прям вот быть уже и с метастатическим процессом, смотря еще какая степень инвазии, да, и смотря какой бурный процесс будет идти, так сказать, деление клеток. Понимаете? И здесь обязательно в этой ситуации, когда кисты и когда мы смотрим на РТМ диагностики, да, если мы видим высокий индекс пролиферации, мы обязательно будем идти с амелой. Обязательно. Хотя при этом мы используем этот самый морозник, ну, то есть этот самый гелиборус нигер. Но в одном шприце никогда мы не делаем, потому что они разнонаправленные, и реакция на Хеликсор выраженная. И представляете, если туда добавить морозник, ну прям, знаете, будет отечная вся молочная железа, пациент очень испугается и может не прийти на следующую процедуру. Понимаете? Тогда, Ольга Алексеевна, в один день мы делаем одно, в следующий день мы делаем другое.
Если три раза в неделю мы делаем хеликтор внутрикожно или подкожно, тогда два раза или один раз достаточно гелиборус? Можно один раз достаточно. Конечно, по выраженности. А системная системная энзимопатия? Нужна ли одновременно системная энзимопатия? Это же тоже дало бы хороший эффект, я Именно. Думаю. Именно так мы и проводим, да. Значит, есть у нас ЗИГЕС, там другие препараты, да. Энзимные, да, совершенно верно. Ну, конечно, мы смотрим развернутый клинический анализ, это понятно. Мы смотрим ЛДГ, АСТ, да, АЛТ, да, ферменты печёночные. Если мы видим, что там, конечно, беда, что там уже процессы, конечно, мы назначаем обязательно и фермент. Обязательно. Хорошо. Спасибо большое. Так что желательно не в один день. Все-таки это большая будет нагрузка. Причем, если пациент, знаете, склонен к аллергии, то и так с ним трудно, да, потому что бывает очень выраженная реакция, да, на хеликсор. Казалось бы, не на высоких дозировках. Что пол груди отекло, и она вся распереживалась, мне звонит там или пишет, да. Хотя я всегда уже выясняю, а что, нет ли бронхиальной астмы, да, нет ли у вас на фито, ну, реакции там, на какие-то травы, на пыльцу, там, на то, на сё. Если это есть, то, конечно, я скажу, пожалуйста, идите под прикрытием, да, антигистаминных препаратов, примите, пожалуйста, перед тем, как ехать ко мне, хотя бы за час или утром, да, препараты антигистаминные. Или когда будет выражена реакция, пожалуйста, там, ну, примерно, тавигил, супрастин, кларитин, там, зодок и так далее, да, что там они принимают, вот. Обязательно это оговариваю, чтобы ей не было страшно, чтобы мы с ней все-все обсудили, что реакция должна быть, да, если она выраженная, то, конечно, будет и эффект, да, если я вижу, она приходит и радуется, ой, вы сговорили, ничего не было, никакой реакции. Я понимаю для себя, что мне нужно все-таки вот эту реактивность получить, я добавляю дозировочку, и если мы с ней шли на десятки, то я, конечно, добавляю, чтобы это была двадцатка. И я смотрю, потом уже выраженная реакция, да, и я тогда могу, если, ой, да, еще один момент, если выраженная реакция, то не надо три раза в неделю. Не надо, да. Мы должны дождаться следующего раза, да, чтобы это уже было, ну, уходящее, да, как бы практически там, ну, бледнело это красное пятно, да, то только лишь когда оно уходит, я могу снова же не в это же место, а где-то рядом уколоть. Понятно, да? Если это... Пока боит, ну, как бы, пока навыка нет, там, да, там, интертуморально короче, там, колоть или там интракистозно, то, значит, верхний наружный квадрант. Просто верхний. Почему? Объясняю. Анатомия, да? Потому что верхний наружный квадрант, там самый кровоток, да, там мощные стволы артериальные, да, венозный отток. И когда мы туда колем, это распределяется потом веточками, да, и разносится по всей молочной железе. То есть в любом случае идет лечение всей молочной железы. Потому а область грудины, квадрат. Область грудины, область плеча не рекомендуется при мастопатии, ну, при раке молочной железы? Нет, а зачем область плеча? Когда я... Грудина. Ну, понимаете, снова же, все зависит от того. Если там подмышечные лимфоузлы метастатические, да, мы подозреваем уже, да, МТС, то, конечно, я уколю и туда обязательно. Кроме траумель, кроме лимфомиазота, да, дренажи я ставлю, обязательно уколю и хеликсор. То есть там, где я подозреваю какой-то процесс, ну, бывает из-за грудины или лимфоузлы, да, то есть она приходит там обследованная, да, и там, например, то, конечно, я уколю в эти зоны, да, в зоны проекции лимфоузлов. Понятно, да? Если этого нет, если это предрак, ну, конечно, а зачем я буду туда колоть? Как бы не нужно. А если не предрак, обычная мастопатия у молодой женщины? Смотрите, если она не пролиферативная, да, без рецидивов, то есть, ну, как бы не опасная. Я же говорю, что есть, как говорится, пролиферативные, есть непролиферативные. Ну, как бы облигатный, да, и так сказать, необлигатный, факультативный, да. Если это не растет, и если нет выраженных, смотрите, то в этой ситуации даже, может быть, хеликсор и не нужен. Он важен, когда пролиферация, когда опасная ситуация, только в этой ситуации. Может быть, у той пациентки, у молодой, да, может быть, достаточно, если кисты у нее. Пожалуйста, этот самый морозник, да? Морозник. Конечно. Угу. Тогда, может быть, амилотерапия не нужна. Нужна а только... А этот морозник, так. Вот очень часто у нас сейчас в Азербайджане молодых женщин мастопатия фиброзно-кистозная. Да. Этот морозник, если она достает, как его употреблять?
В инъекции тогда не надо, можно тогда употреблять внутрь? Как вы считаете? Если это в ампулах, да, он в ампулах, конечно, лучше колоть. И точно так же, значит, ну, если вы обучены, если вы можете, да, то, пожалуйста, верхний наружный квадрант, если конкретно молочная железа там страдает, кисты там и так далее, да, вот смело внутрикожно, да, даже можно подкожно, если, ну, боитесь, все-таки, если не мамолог, да, внутрь молочной железы, все-таки обученный специалист должен быть, несомненно, который пунктирует, который, ну, понимаете, да, активно работает с молочной железой, смотрит под УЗИ, то есть это, ну, чтобы это, конечно, было обследовано. Понятно. Ольга Алексеевна, понятно. В России, у вас в России есть морозник для употребления внутрь. Такой можно употреблять? Можно, конечно. Можно, да? Можно, конечно. А насчет как моего... У нас немцы в самом начале говорили, что я сейчас как ревматолог уже, мне интересно, у женщин Феликсор М употреблять, но имеет ли значение до менопаузы, после, может быть, поменять на П, как вы считаете? Значит, самые активные, да, самые сильные, да, для женщин это Феликсор М, надо это четко знать, аденокарциномы в основном в молочной железе. Бывают скирозные там формы, да, скир как бы, да, но это очень редко. В основном это аденокарциномы, да, то есть это железистая ткань. То есть самые активные, ну и там с фиброзной, да, железистая фиброзная ткань. То есть это Феликсор М. И какого бы возраста она ни была, если мы подозреваем, что у нее уже микрокальцинат, то есть приходит ко мне с маммографией, да, уже менопаузального возраста, и я вижу опасные ситуации. Я смотрю, то есть у нее, по идее, уже атрезия фолликулов, да, то есть менопауза, там уже с гинекологией, там уже давно нет менструации и так далее, там уже должна быть и молочная железа, то есть замещение, да, жировой тканью, да, жировая инволюция, так называемая, да, а я вижу, с какой стати у нее, да, и добавочная молочная долька, и она у нее уплотнена, или просто железистая ткань, да, плотная, и в ней, так сказать, кальцинаты, это очень опасно, да, по вот этой системе, вот то, что я вам показывала, да, плотности молочной железы, да, ее опасность выше 75%. Конечно, я в любом случае начну Феликсор М, потому что он самый сильный, менопауза, не менопауза, да, значит, у репродуктивного возраста, конечно, Феликсор М, объясню, потому что очень быстро растущие раковые опухоли, очень быстро, дающие метастазы, потому что, когда проводят ИГХ, да, иммуногистохимию, то практически все они эстрогенозависимые, прогестины, то есть от гормонов они зависимы, да, и такие образования, они очень быстро растущие. Смотрим еще по КИА-67, да, ну, то есть это... Если видим, что там уже свыше там, да, 30-35%, это быстро растущие опухоли. Препарат выбора только Феликсор М. Только Феликсор. Мы можем у пациентки прямо вот с выраженной бронхиальной астмой, там, каким-то астмоидным компонентом начать с Феликсора А. Да? И по классической методике, да, он используется как бы в начале. То есть мы смотрим вообще реактивность пациента. То есть, ну, он такой мягкий, что ли сказать, да, не дающий вот таких проявлений, да, красноты, выраженности, зуда и так далее. Ну, и он менее активный, чем Феликсор М. Яблоневая мина. Женская – это яблоневая мина. И мы смотрим по ситуации. Я говорю, если уж прям, ну, такая вся бронхиальная астма, прям тяжелая, ну, в конце концов, на преднизолоне можно. Пускай она таблетку утром преднизолона пьет, там, 5 миллиграмм, там, да, под прикрытием мы идем, из своих препаратов, там, осмопен, там, что-то она брызгает, там, и так далее. Но нам надо получить эффект. Надо нам ее, например, подготовить к операции, да? Я должна получить эффект уменьшить раковую опухоль без химиотерапии, да? Мы идем без химиотерапии. Ну, например, да? Вот. И таким образом мы получаем эффект именно от яблоневой амелы. Понятно, да? Ну, если вы очень опасаетесь, можете начать с Феликсора А. Вот. Для того, чтобы он более, ну, такой, как бы, щадящий, да. Я не знаю. Щадящий. Да, да, да. Большое спасибо. Я очень вам благодарна, Ольга Алексеевна. Вот среди опухолевых образований молочной железы у вас в практике было того уже после того, как делали гистологию, причина была глистная инвазия, тениоренхоз?
Вы знаете, ну, как бы... Очень часто бывает, бывает, что, да, думают, что это рак, а это глистная инвазия. А бывает. Тогда амилотерапия не опасна? Можно тогда, нет, если мы можно. Не опасны? Нет, не опасно. В любом случае, да, вот эти вот гистотоксины, лектины, амилы, они угнетительные, они угнетающие действуют. Так же, как на раковую клетку, да, так и на клетку и этой самой там... Ну, какой-то там глистной инвазии. Вопрос у меня там. Ну да, спасибо, подавляют большое их размножение, грубо говоря. Да. Но тем не менее, конечно, дифференцировать нужно. Ну, да. Спасибо, спасибо, я отключаюсь, спасибо. Ольга Алексеевна, спасибо, Ольга Алексеевна, давайте на вопросы дальше будем отвечать. Конечно, давайте, да. Спасибо вам. Значит, я хочу, вот тут вот несколько участников задали похожие вопросы. Да, да. Значит, у нас в лесах растет много амелы. Да. И спрашивают, можно ли ее в таком виде принимать, особенно если отягощен анамнез. А еще один, да, врач спрашивает, что вот как-то можно самим ее возводить, как, или как какое-то другое сырье, в виде какого-то другого сырья принимать. И еще вот этот врач спрашивает, можно ли при аденокарциноме прямой кишки третьей степени эту амилу. Ага, пожалуйста. Да. Спасибо огромное за вопросы, очень интересные вопросы, актуальные. Значит, издревле, да, амелу использовали как отвары, как высушивали ее. Значит, что в амеле? Прежде всего, ягоды и листья в амеле, да. Причем надо различать, что, оказывается, есть мужские особи, есть женские. Женская, да, именно собирают амелу в декабре, так, то есть это зимняя амела и летняя амела. И как интересно на производстве, да, вот... предприятие, да, Хеликсор, что когда, значит, зимнюю амелу, значит, потенцируют, трясут, так сказать, там вот специальные такие установки, и аккуратно капают туда летнюю амелу, то есть смешивают, значит, вытяжку из одной и другой, и причем смешивают как и мужскую, так и женскую амелу, да, вот очень интересное производство. Теперь, значит, к вопросу, что можно. Значит, можно плоды, можно отвары. Но вы должны понимать, что это будет как геропротективное, да, то есть, ну, геронтология, да, лечение. Например, использование отвара, да, листьев амелы, да, или плодов амелы, но не как противоопухолевое. Это будет только как воздействие, да, на сосуды, как немножко гипотензивный эффект, да, как укрепление сосудистой стенки, да, потому что там, я говорю, в перечне, там огромный перечень. Это вот я самое главное сказала, да, вистотоксины, лектины, амелы. А там на самом деле и вистерские клетки, и фитоэстрогены, и витамин С, и аминокислоты, и там много-много-много чего. И это полезно, да, воздействует и витамины, конечно, и С, и К, и так далее, да. Объясню, почему. Потому что, когда вы собираете, да, урожай, причем нельзя, чтобы он падал на землю, это целое дело, да, там специально на белой ткани собирают, чтобы не касалось земли, и издревле, значит, снимали золотым серпом, в общем, вот так, да. Это вот такое отношение к амеле, что нельзя железным там чем-то ее срывать. Вот. Почему? Потому что, когда производство представляет 5 килограмм сырья, 5 килограмм сырья, то есть ампулы настолько концентрированы, если мы говорим 100, да, миллиграмм амелы, да, насколько там концентрация велика. И то, что вы можете щепотку там заварить, да, и пить, конечно, это будет просто как геропротективный препарат, да, при там диабете, там, ну, полезно, конечно, да, потому что все-таки противовоспалительно, да, укрепление сосудистой стенки, да, немножечко гипотензивный эффект и так далее. Можно употреблять, можно собирать, но только чтобы она не падала на землю, да, на землю. И я же говорю, что сбор урожая – это зима и лето. И вот потом они эти плоды, да, смешивают, и выжимка, и потом, так сказать, добавляют в зимнюю амелу, капают летнюю амелу. Понимаете, все так вот непросто. Вот. Хотя, конечно, в домашних условиях можно использовать.
как отвары, но вот именно выраженный лечебный эффект противоопухолевый – это большой вопрос. Это большой вопрос. Все-таки нужно покупать ампулы, да, и вот это в классической, так сказать, схеме, начиная там от 0,01, там одна неделя, 0,01, другая неделя и так далее, да, доводить там до 20-30 хотя бы, да, а высокой концентрации – это 50 миллиграмм, да, это внутрикожно, подкожно. Вот тогда это реально работает. И это действительно получает эффект. Когда это в виде отваров, в виде там, да, так сказать, сушеные там листочки, там плоды, то, конечно, говорить о противоопухолевом эффекте сомнительно. Спасибо, ясно. Так, следующий вопрос, значит, давайте так я задам. Вот первый, это как давно принимает этот препарат у вас в России, да, вы применяете? И вот интересуется вас, с какого возраста проводить маммографию профилактически и сколько раз в год? Спасибо за вопрос. Значит, мы занимаемся амилотерапией с конца 90-х годов и вот по сегодняшней, да. То есть уже длительно, и я же говорю, мы прошли как бы все стадии, да, изучения. Начинали с подкожного, внутрикожного, потом и внутривенное, интратуморальное, и потому, конечно, уже персонализированный индивидуальный подход, несомненно, да, к этому. Далее, значит, был вопрос, напомните, какой еще был вопрос? Маммография. Да. Значит, маммография проводится у женщин с 39-40 лет один раз в год. До этого, поскольку ткань молочной железы очень плотна, плотная, да, проводится УЗИ молочных желез. А с 39-40 лет проводится, кроме УЗИ молочных желез, проводится маммография один раз в год. Значит, почему эти два метода? Потому что, ну, кисты мы традиционно смотрим больше на УЗИ, да, потому что мы можем разглядеть, да, эпителий там и так далее. На маммографии, если плотная молочная железа, то, конечно, кисту мы так не разглядим. Ну и когда мы пунктируем, если нам нужно пунктировать кисту, конечно, это, мы это делаем под УЗИ. Но маммография делается один раз в год. Вот. Спасибо после большое. 39-40 лет. Ну и понимаете, тоже часто, пожалуйста, не надо, то есть это не совсем такой метод, когда можно его часто, там, два раза в год, это если вдруг мы что-то заподозрили. Да, если только пришла она к нам, говорит, вы знаете, нащупала у себя какое-то непонятное образование, да, мы посмотрели на УЗИ, и вдруг мы поняли, что, слушайте, а здесь как бы рак не пропустить, да, и мы уже предполагаем, что дальнейшие действия, там и нужна будет и оперативная деятельность, и все. Конечно, несмотря на то, что там, например, она полгода назад делает пациентка маммографию, мы обязательно проводим и пункционную биопсию, да, и там, ну, УЗИ сначала, да, потом пункционную биопсию под УЗИ, ну и даже направляем на маммографию для того, чтобы даже это самое, стереотаксис, да, если нам нужно с очагом именно вывести его, посмотреть его и так далее, да, если мы подозреваем, ну, рак молочной железы. Да, да, хорошо, спасибо. Вот тут просят у вас схему при фиброзной кистозной мастопатии, но я не знаю, да, насколько это. Ну, схема как бы здесь... Можно, конечно, сказать как бы среднее, да, понятно, что персонализировано индивидуально, да? Да. То есть, да, когда мы смотрим на УЗИ молочных желез, да, и вот я вижу, например, да, на УЗИ, что вот у пациентки с преобладанием чего, там, не знаю, 35 лет, да, преобладание кистозного компонента, да, я вижу, что есть крупные кисты, есть мелкие кисты, алгоритм такой, да, если мне не очень нравится киста, там я ее пропунктировала, пункционная биопсия, там аспирационная я отправила на цитологию, но мне не нравится, например, эпителий, да, какая-то гиперплазия. Я обязательно отправлю на РТМ-диагностику, радиотермометрию, для того, чтобы проверить насчет пролиферации. Потому что, снова же оговорюсь, да, еще раз повторю, что цитология, во-первых, не в 90, не 99% случаев выявляет все, да, да, так сказать, и раковый процесс. Еще раз повторюсь, что мы можем пропунктировать в миллиметре от процесса, где уже произошло, да, озлокочисление, да, и клетка просто не попала. Да. Да?
и мы можем просто, ну, просмотреть этот процесс. И потому я отправляю на РТМ-диагностику радиотерминометрии, и доктор мне пишет заключение и дает вот эти цветные такие, ну, картинки такие цветные, как бы это самое, да, где вот четко видно, где всплески, да, где красная зона, да, зона выраженного воспаления, и вычисляет он коэффициент пролиферации. Если я вижу, что опасная ситуация, да, ну, конечно же, я ее сразу беру на лечение, вот, и обязательно там будет хеликсор обязательно, и будет, если, ну, конечно, анализы проводим мы, да, и гормональные, ну, по циклу, если это молодая пациентка, там, да, там, 30-35, ну, неважно, репродуктивного возраста, если не менопауза, то обязательно проводим, да, смотрим в первой фазе менструального цикла, да, все гормоны, в том числе и пролактин, а также ФСГЛГ, тестостерон, там, да, эстрадиол обязательно, да, и во второй фазе цикла обязательно прогестерон смотрим, и соотношение этого всего, да, обязательно, потому что пролактин, да, может быть повышенный пролактин, тогда мы, да, либо это мастодинон мы назначаем, либо подозреваем, если пролактиному, то обязательно отправляем на КТ это самое, да, турецкого седла, чтобы не пропустить пролактиному, вот, ну, тогда уже, конечно, будут препараты Бестинекс, то есть гормональные препараты, чтобы снижать уровень пролактина, потому что если там за 1000 и так, конечно, надо уже назначать гормонотерапию, да, если это там 500-600, ну, то есть низкие, но повышенный пролактин, то достаточно уже мастодинон. Он хороший препарат, это бионорика, там витекс священный, да, это крупняк, вот, хорошо работает, мягко-мягко снижает уровень пролактина. Вот. И плюс, конечно, мы назначаем хитроумель и лимфомиазот, капельно, в капельках я назначаю, да, по 10 каплей того другого, вот здесь можно в полстакане воды смешивать 3 раза в день в течение месяца, да, для противовоспалительной терапии, дренажа. Ну и смотрю, если сопутствующие, да, если у пациентки, да, проблемы с почками, то, пожалуйста, это РНЛ там может быть, да, и если это болезнь менструации с паскупрель, да, если это псорная пациентка, да, и предраковая, то, конечно, псоринохель, вот, если это желудочно-кишечный тракт, то нуксфомика гаммакорд назначается, если это пациентка с диабетом, то мамордика композитум. А вот у нас еще мулимен препарат есть. Хелевский, я не знаю, у вас он есть, нет, тоже применяли? Нет, да? Он нет. Тоже пролактин снижает? Нет, у нас нет. Нет, да? Угу. Понятно. Ну, то есть вот так комплексно подходим, да? Ну, и я говорю, я активно работаю с молочной железой, да. Потому что я сама пунктирую все это под УЗИ. И если я пунктирую, конечно, мне хочется тогда тут же провести противовоспалительную терапию, если необходимо. Если мне не нравится там эпителий, там, или там протоковый, там еще что-то, да, я, конечно, колю и хеликсор в том числе. То есть алгоритм как бы мышления такой. Но я сначала обязательно выясню, да, а тем более, если у пациентки в анамнезе, да, наследственность отягощена в плане онкологии, не только молочной железы, и гинекологии там, и вот кто-то спросил у меня вопрос, был аденокарцинома кишечника. Конечно, прекрасно работает амела, прекрасно работает. Там, где рецепторы эстрогенов не только в молочной железе, а в кишечнике, мы знаем, да, рецепторы эстрогенов, печень, легкие, это амела-М, то есть хеликсор-М. Яблоневая амела, амела – это аденокарциномы, прекрасно берет. И, конечно, такой, даже если это кишечник, то по белой линии живота внутрикожно мы используем и внутривенно. И внутривенно. То есть, конечно, молочная железа, она благодарна тем, что она на поверхности, да, и она отвечает на мои манипуляции тем, что я могу, пользуясь тем, что она все-таки более поверхностно расположена, да, я колю там интратуморальный, интракистозный и так далее. Конечно, так в желудок туда не доберешься, да, и там, и печень, но в зоне проекции желудка, в зоне проекции печени, да, если я подозреваю, там, или уже, например, на КТ, МРТ уже есть метастазы, то, конечно, я в зоне проекции печени также папульно я колю этот же хеликсор. Обязательно. Обязательно. Да, если, да, значит, если метастазы позвоночник, есть такие пациенты 4-й стадии, да, то я паравертебрально колю хеликсор.
но только сначала снова поставлю дренажи, да, противовоспалительный, трумилинфеназол, и затем уже калиуамилу. Ага, и хорошие результаты, что потом не накапливают, понимаете? Вот, в смысле, я имею в виду контраст, я имею в виду МРТ с контрастом, когда. То есть стабилизация процесса, сколько таких, что в длительной ремиссии пациенты довольны, а мы-то как довольны. Да, ну, конечно. Да. Замечательно. Да, если вот научиться как бы владеть вот именно индивидуальным таким, да, и мышление должно быть, конечно, патогенетическое, да, то есть никто не говорит, что не нужна там химиотерапия. Понятное дело, что разные пациенты, просто разные ситуации, да, когда это распространенный процесс, когда мы прекрасно понимаем, что да, нужна химиотерапия, остановить раковый процесс, и пациент переносит все-таки химиотерапию, да. Это вот я приводила пример, когда пациентка не перенесла, да, у нее клиническая смерть была, остановка сердечной деятельности, там запускали, да, электростимуляторами в реанимации, в кардиореанимации, и она, конечно, написала отказ, да, что не будет она проводить. Ей сказали, ну, мы чем-то заменим, она сказала, нет, уже была клиническая смерть, и она не хочет как бы рисковать больше. И вот я говорю, сколько лет уже? 17 лет. И, слава богу, мы обходимся без химиотерапии. Конечно, в онкоцентре Блохина очень удивлялись. И говорили, как вы не проводили? Ей, да, ее спрашивали, как вы проводили химиотерапию? Она говорит, нет, они, а что? Вот и динамика амилотерапии. Они говорят, да, здорово. Надо же, говорит, вот как вам повезло, ну, как интересно. Ну, и 5-летняя выживаемость, они ее поздравили. Да, потому что я же говорю, только 30% ну, как бы по статистике 5-летняя выживаемость при раке молочной железы. Они ее поздравили и сказали, ну, карточку теперь уже, да, в архив, и как бы вы переходите уже по месту жительства. Ну, они ей посоветовали проводить химиотерапию, но она так ее и не проводила. То есть ей больше нравится амилотерапия, да, и совместно с фотодинамикой. Да, понятно, спасибо. Ирина, там много вопросов у нас? Да, Фикрия Ханум, много вопросов. Они там у тебя не суммируются, не, чтобы что-то... Нет, вот я сейчас хочу задать вопросы относительно... Главное задай, потому что да. Уже времени очень много прошло. Хорошо, я относительно... Я отвечу, пожалуйста, я отвечу. Хорошо. Значит, вот давайте я вам вначале относительно вот вашей специализации, это грудная железа, а потом другие, да? Давайте так сделаем. А потом другие, да. Ну, то есть, так. Конечно, как мы сейчас очень многие, да, из нас много сертификатов имеем, да, что я врач-онколог-мамолог, и диагностики, да, то есть ультразвуковой диагностики, и физиотерапии, потому что занимаюсь фотодинамической терапией, я реабилитолог, да, и гомеопат. Ну, потому что, ну, и я еще и психотерапевт, потому что, как бы, ну, коррекция. Это нужно тоже работать с пациентами. Ну, потому что психосоматику никто не отменяет. Конечно. Понимаете? Тем более при таком заболевании. При таком заболевании, да, то здесь нужно объяснить, да, и выяснить, какие конфликты. Ну, и много еще психокоррекции провести. И, то есть в своей приеме как бы я одновременно все это провожу, ну, и консультирую, и лечу, и колю. И пока я колю, я с ней разговариваю, выясняю, какие конфликты. Мы с ней одновременно это выясняем. Ну и работаем. Вот. Да. Ольга Алексеевна, а практику пройти в вашей клинике возможно? Конечно. И, кстати, к нам приезжают, обучаются. Например, доктора арабы приезжали из Абу-Даби. Вот, приезжали, значит, ну, Арабские Эмираты, да. Ну и вот это все ближнее зарубежье из Украины, и Молдавия, и Белоруссия. Ну и, конечно, из России там многие-многие города. Потому что понимают, когда вот приходят на конференцию, на же международные конференции, я всегда участвую, кафедра РУДН у нас, кафедра гомеопатии, да, вот с профессором Роликом мы всегда, и в монографиях он там ссылается на мои методики, да, по молочной железе. Ну и также международные конференции, да, там вот с Испанией, там с немцами мы ежегодно у нас международные конференции. Ну, ковид был, конечно, это было онлайн, вот, но сейчас все больше и больше у нас уже очные, слава богу, да, потому что это очень важно. Доктора потом в кофе-брейке подходят, много спрашивают телефоны нашей клиники, мои телефоны, да. Я всегда на связи со всеми, они приезжают, обучаются, там кто-то несколько дней, да, вот, смотрят, ну, перенимают опыт, как бы,
Мы всегда открыты для общения, всегда с удовольствием, конечно. Кстати, о телефонах можете выложить? А вот на первой, сейчас давайте я пройду. На титульном слайде есть телефоны. Сейчас на слайде, на первом самом слайде, я сейчас его это, выставлю, да, и вы увидите, чтобы, а то буду диктовать вдруг вот. Да, вот видите, да, Эдис, видно вам, да? Первый телефон – это Эдис Митко, вот онкоклиника, да, и второй – мой личный телефон. Да, да, все, ясно, да. Спасибо. Давайте вернемся к вопросам, да, Ольга Алексеевна? Да, да. Да, давайте. Вот, значит, такой вопрос есть. С какой целью вводят препарат в кисту? В некоторых случаях аспирации бывает достаточно. Не совсем. Да. Да, и еще в лечении грануломатозного мастита, какие есть новшества в интегративной медицине? И, какие лактационные или нелактационные? Интегративные. Маститы, в интегративные. Ага. Маститы какие? Лактационные или нелактационные? А, ну вопрос такой, грануломатозный мастит. Грануломатозный. Да, да. Да. И еще вот это же Вяч задавал вопрос, фиброаденома молочной железы. Омиотерапия да. проводится в этом случае? И каков эффект? Да, сейчас... Пожалуйста. Ага. Да, спасибо за вопросы, актуальные да. вопросы. Да. Значит, первое. Почему вводится внутрикистозно? Еще раз объясню, да, когда, если это киста, да, мы ее пунктируем. Мы взяли жидкость, да, на цитологическое исследование, это раз. И таким образом мы опорожнили кисту. Но понимаете, воспалительный процесс там, во-первых, остался, да, и как я уже говорила, что мы выявляли, что это там могут быть как вирусные инфекции, так на последней конференции профессор из Питера приезжал, из Санкт-Петербурга, да, значит, рассказывал, что методом спектроскопии они выявили, что там анаэробы, выявили анаэробы, да, такие как клостридии, да, то есть понимаете, именно гиперплазия эпителия, когда я вижу на УЗИ, это очень опасно. Гиперплазия, ведь мы знаем, что потом она переходит в дисплазию. Да? Дисплазия, следующая стадия, это может быть уже атипия клеток, да? То есть когда идет истощение иммунного контроля, да? Потому что на фоне вот этой выраженной анаэробной инфекции или вирусной инфекции, а мы прекрасно знаем, что вирусы, да, встраиваются в геном, да, и мы сейчас после ковида получаем очень много раков. Это уже не секрет, вы тоже знаете об этом, да? Что просто всколыхнули, кроме того, что был вот у ковидных пациентов, да, например, был этот самый цитокиновый шторм, да? И поскольку он, так сказать, вот эти вирусы, они встраиваются в геном человека, и они, так сказать, усугубляют и мутационный процесс, то есть накопление мутаций. И быстрее как, ускоряется процесс малигнизации. Не потому, что в нормальных клетках и вдруг нормальная стала раковой. Нет, это невозможно. Это имеется в виду, когда уже был пролиферативный процесс, то есть когда уже была гиперплазия, дисплазия клеток, да, то есть клетки как бы уже с напряжением работали, и апоптотическая составляющая была снижена, да, а пролиферативная составляющая повышена. И вот в такой ситуации, если не только ковид, да, а и другие цитомегаловирус, герпес, да, особенно Эпштейн-Бар, например, да, что вот, значит, есть методичка даже, да, онковирусы, то есть вирусы, вызывающие онкологию, да, и вот там, кроме вируса папилломы человека, там еще перечень, в том числе Эпштейн-Бар, который лимфогранулематоз вызывает, снова же годами, это не мгновенно. Просто что вот сейчас последнее вот это время, да, наблюдение, что ковид, ну, так сказать, вспышка этого всего было, да, коронавирусный во всем мире, да, и что быстрее протекли процессы пролиферации, да, и у кого, если бы они медленно, там, за несколько лет, то сейчас это очень быстро ускорено, да, и потому мы видим сейчас тоже очень много рака, в том числе молочной железы. Так вот, вернемся, да, если это киста, если мы ее отпунктировали, и если мне не нравится вот этот эпителий, внутрикистозный, да, я вижу, что там гиперплазия, конечно, я туда веду, да, потому что амелотерапия антипролиферативный препарат, понимаете, и он подавляет репликацию вируса, он еще противовирусный препарат, я вам хочу это, на это акцентировать внимание, да,
он противовирусный, потому что там гестерские клетки, да, это лектины амелые, вискотоксины, то есть угнетение РНК-вируса, репликации вируса. И потому это очень ценно. Почему я начала свою презентацию с патогенеза, да, предрака, что и вирусная инвазия, потому что именно воздействие на геном, да, и повышение вот этих самых мутаций, да, в гене, и быстрее, так сказать, происходит малигнизация. И виной тому, кроме того, являются еще и вирусы онкогенные, да, а амела является противовирусным препаратом, понятно, да? И в этом смысл большой, что он и противовирусный, потому мы вводим, да, и антипролиферативный, то есть он блокирует и репликацию вируса, и блокирует клетки в стадии пролиферации, да, вот именно патологическое перерождение, да, то есть он восстанавливает деление клеток, понимаете, и вот это очень ценно именно в амелотерапии. Ну и лизис раковых клеток тоже происходит, замещение фиброзной ткани, если мы говорим уже там не только о кисте, там, о аденокарциноме там или, ну, понимаете, о узле. Вот, это что касается кист. Теперь, что касается фиброаденом. Конечно, опыт есть лечения фиброаденом, особенно мелких размеров, да, ну, малых размеров до сантиметра или полутора сантиметра. Все, что выше двух сантиметров, проверяем. Снова же мы все под контролем РТМ-диагностики. Мы бесконечно следим за пролиферативным индексом. Понимаете? То есть у нас алгоритм такой. Не только УЗИ и маммография. У нас алгоритм, я вам показывала патентное изобретение, да, что в него входит, включается онкопанель, и мы знаем, что там творится. Раз в полгода пациентка сдает эту онкопанель, да, и мы видим, что с геномом-то либо это нарастают мутации и опасные ситуации, либо мы своим лечением подавляем и блокируются мутации. Это просто здорово на уровне генома. И также мы локализуем, где какой процесс вот этой РТМ-диагностикой, да, потому что клетки излучают, да, тепло, ну, это электромагнитное излучение, да, и мы видим при переходе в рак, то в разы это увеличивается. И это призыв к действию, что нужно подавлять эту патологическую пролиферацию. И мы вот этими препаратами, да, как амелотерапия и плюс фотодинамика, мы подавляем эту ситуацию. И вот здесь мы постоянно в алгоритме, мы смотрим, что это за фиброаденома. Кроме того, что листовидные или не листовидные, потому что листовидные, они быстрее перерождаются, да, в рак. Нелистовидные меньше, но если там пролиферация активна, то, конечно же, мы начинаем лечение, уже невзирая на то, что какого она размера, да. Потому что пока там пациентка на операцию, она же еще не хочет сначала, она не согласна, там через какое-то время, пока она думала, пока полгода прошло, она может малигнизироваться, да. И мы в этой ситуации ей все объясняем. Мы всегда очень так, ну, работаем с пациентом очень активно, как бы все рассказываем, да, вот эту настороженность онкологическую мы всегда рассказываем, да, что в ее ситуации, потому это действительно персонализировано, то есть индивидуально, да, о ее геноме, о состоянии пролиферации в молочной железе. И начинаем лечение, да, и добиваемся успеха, да, потому что мы проводим противо, так сказать, пролиферативный, да, эффект, то есть она не растет, она уменьшается, потому что в ней отек воспаления уменьшается, потому что мы еще трумелиумфамизот колем, да, и плюс фотодинамику проводим, да. Ольга Алексеевна, мы вот такой вопрос вам задает врач, значит, мастопатические узлы есть, и соска коричневые выделения. Ну, да. По анализам, в общем, поставили диагноз папиллома молочных протоков. Да. И советуют оперировать. Да. Ну, интересуется, а что можно еще сделать? Значит, спасибо за вопрос. В данной ситуации действительно имеет место быть, скорее всего, внутрипротоковая папиллома. Это опасно в плане малигнизации, и, может быть, там надо удалять, на самом деле, потому что это может быть аденокарцинома уже внутрипротоковая, ну, то есть не исключено, да, потому что раз кровянистые выделения соска и взяли на цитологическое исследование, снова же клетки могут и не попасть, то есть этот участок надо удалять, чтобы, так сказать, исключить рак молочной железы, и далее проводить, пожалуйста,
амелотерапию, фотодинамическую терапию, чтобы не было рецидива, потому что, как правило, поражается не только один проток, а, возможно, рядом где-то лежащий. То есть там оценивать ситуацию потом нужно и проводить профилактическую терапию, амелотерапию, да, в плане, чтобы не было в других участках внутрипротоковых папиллом и малигнизации. Конечно, эту пациентку нужно будет потом обязательно лечить. Ага, но надо сначала выяснить, не, ну, опасная ситуация. Кровь из соска, бордового, темно-коричневого цвета. Коричневая. Это нужно еще посмотреть на цитологии, да, но не исключена внутрипротоковая папиллома. Надо оперировать. Ясно. Значит, вот еще спрашивают, что вы говорили о технике введения непосредственно в кисту, да, хелексоя препарата. Это ваш личный метод, да? То есть это... Ну, в общем, да. Ваша личная методика, да, лечения? Личная методика, да. Потому что немцы, да, вот когда я была у них там на стажировке, да, то они, вот, классическое – это внутрикожное, подкожное, да, внутривенное затем уже. Интратуморальное они и у животных смотрели, да. То есть, а на человеке интратуморальное? На человеке тоже они смотрели, да. То есть это все-таки, ну вот насчет кист, это как-то я ввела. И я еще ввела, я промываю протоки, вот о чем говорили, только видите, там уже кровь идет, то есть там надо разбираться, чтобы не пропустить рак, понимаете, да? Да. В этой ситуации, вот, которую вы назвали, да? Вот. А если просто зеленоватого цвета, да, то есть там с лейкоцитами, да, то есть воспаление, я промываю, да, траумелем, противовоспалительный препарат, да, и даже, ну, смотрю по ситуации, да, и даже не, там, ввожу, очень-очень разбавляю, да, там буквально 0,01 я могу ввести, если я вижу гиперплазию какую-то, да, расширенный дукт эктазии и так далее, могу ввести хеликсор. Но сначала я провожу противовоспалительные, то есть лаваш я его называю, лаваш протока, я тоже одна делаю. Да. Лаваш протока, я его так называю. Да. И вы знаете, хорошая методика, она ускоряет, да, исчезновение выделений, да, потому что очень долго избавляться от выделений, потому что вот они микрокисты, да, даже если крупную кисту пропунктировал, там жидкость убрал, да, но есть микрокисты, и вот они подливают, как бы, да, кистозно-расширенный проток, и вот, вот этот детрит воспалительный, желтоватый, зеленоватый, вот он потихоньку выходит, да, и это годами длится, и, конечно, это нехорошо, потому что хронический воспалительный процесс в итоге заканчиваться может онкологией. То есть все зависит уже от генома, да, от мутации. От реактивности организма. От реактивности организма, совершенно верно. От ответа. Есть ли ответ, да, иммунный ответ, да, как работают киллерные клетки, Т-клеточный иммунитет. Да. Да, ну, много факторов, да. 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 Персонализировано. Я уже задаю следующий вопрос. Вот можно ли хеликсор-М пить в каплях, да, ну или вводить при химиотерапии? Значит, при химиотерапии, спасибо за вопрос, не будет в каплях. Не будет? Нет, значит, будет очень мало эффекта его практически, да, потому что инактивация в желудочно-кишечном тракте, недаром парентеральное введение хеликсора при химиотерапии капают. И по белой линии живота мы колем, объясняю еще для чего, да, дендритные клетки внутрикожные. И почему по белой линии живота? Потому что кишечник – это 60% иммунитета. И потому мы в зоне проекции кишечника колем папульно с одной стороны, справа, слева. Понятно. Нарастаем как концентрацию, начинаем, как я говорю, классическая методика, там с 0,0 и потом доводим там до 50%. И внутривенно, при раке. Понятно. Не пьем, капли нет, это... Пожалуйста. Вот еще вопрос, как вычислить индекс пролиферации? Это только направляется пациент к нашим докторам, которые эксперты
по радиотермометрии. Патент же в этой клинике, у этих специалистов. Да. Этого нигде нет, правда? Нет, нет, радиотермометрия, она из... Нет, она даже за рубежом есть. Она есть. Да, методика опубликована официально, как бы, да. Есть международный сертификат у этого аппарата. Пожалуйста, можете приобрести. Леонид Наумович Фишер, который вот сидит рядом со мной, это мой муж. Очень приятно, мы его приветствуем. Благодарим, что он разработал такой метод. Спасибо большое. Мы с ним член-корреспонденты Российской академии естественных наук. Да, вот по этим методикам радиотермометрии и онкопанели разработаны. Вот у нас академия приняла члены, да, корреспонденты, вот. И как раз вот этой методике он также может обучить, потому что он экспертного уровня. И он расскажет и обучит. И аппарат здесь у нас можно купить в России. Он имеет международный сертификат. Его продают и в Америку, и к нам профессор из Эдинбурга приезжал. И обучали. Мы будем приглашать всех командой вместе с вашим супругом. Конечно. Да, все замечательно. Ольга Алексеевна, еще такой вопрос. Вы проводите онлайн-консультацию больных из СНГ? Да, возможно. Конечно, да, возможно. Да. Вы знаете, очень по WhatsApp, cool. Да, ну, просто это более мобильное, да, нежели вот этот компьютер. Да, да, конечно. По WhatsApp не вопрос, ко мне все время я на связи, 24 на 7 практически, да. Ко мне пациенты сбрасывают свои анализы, если надо, видео, как бы для нас. Doktor, sual vermek istiyorsunuz. Leyla. Aha. Да, да. Доктор подключился. Нет, я не знаю, он просто микрофон, видимо, забыл. Ну, Лена, там, у тебя, если вопросы есть, ты подряд задавай. Ольга Алексеевна, еще вот последний вопрос, просто по вашей, да, части, но просто он вот интересует очень много, да, врачи ваше мнение тоже хотели бы знать. Можно ли использовать препарат Хеликсо при вирусных гепатитах? Конечно. Да. Конечно, это прямое показание. Я даже начинала вот свой рассказ о мелотерапии именно с вирусных гепатитов. Гепатиты А, Б, С, да? Конечно, да. Он обладает сам по себе хеликсор, он противовирусный препарат. Да, вискотоксины амелы, они обладают противовирусной активностью. И очень здорово вообще, показатели становятся очень хорошими, да? И АЛТ, и АСТ, щелочная фосфатаза, то есть это ферменты печеночные, да? Фосфолипиды и так далее. То есть мы смотрим развернутый клинический анализ, плюс пациент сдает, значит, ферменты. И проводим терапию, и очень хорошо себя показала. При папилломе вирусная инфекция очень хорошо показала себя. Вот да. У кого онковирус, ну, знаете, да, 16-18 тип, когда шейка матки прекрасно показал. Да? Да, конечно, можно. Вирусные гепатиты прекрасно идут. Прекрасно. Спасибо вам большое. Спасибо всем, благодаря. Больше нет вопросов? Нет, Гриня. Приехали, вопросы закончились. Ну все, все, я думаю, замечательно. Еще раз благодарим вас. Спасибо вам. Спасибо за такие прекрасные ответы, лекцию. Я думаю, что мы еще, вот я уже сказала, прошу, и я еще Наталью Георгиевну скажу, и профессору Лаптеву, академику Ролику. Вот все, полюбили, все, будем приглашать. Пожалуйста, запланируйте, а следующие недели я тоже думаю, что опять с вашего онкоцентра подключится. Благодарим вас и вашего супруга тоже. Спасибо. Доброй ночи, спасибо вам. Всего доброго, до новых встреч. Всего доброго, до свидания. Хорошего вечера. Спасибо, что выслушали и так долго и подождали. Ну, хорошего специалиста всегда будем слышать. Спасибо огромное. Yeni videolarımızı izlemek istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildiriş bölməsini aktivləşdirin.